Привет! Я студентка второго курса магистерской программы «Когнитивные науки и технологии». Я приехала из Еревана с 10-летним опытом работы экономистом-аналитиком. Поступила на эту программу, поскольку хотела заниматься нейронаучными исследованиями, а именно нейроэкономикой. Программа достаточно интенсивная, поскольку специалисту в этой области нужны знания в нейробиологии, математике, физике, программировании, психологии. Но также у вас будет возможность заниматься настоящим научным проектом. Ищите и уточняйте свой научный интерес.